Всего того, что происходит, увы, я не смогу донести через Инстаграм, хотя очень попытаюсь, поэтому огромная просьба дождаться всех эфиров. Надеюсь, там ничего не нарежут лишнего. Весь мой смысл, посыл передастся через них, и ты поймешь, увидишь то, чего я хотела донести до тебя, да, и, ну, сделаешь выводы. Любое твое решение я приму, оно пока я в режиме ожидания. Здесь очень классные ребята, здесь реально круто. То, что показывают по телевизору, это далеко не так, как оно есть на самом деле. Господи, вот единственное, тот человек мне очень... И я безумно рада, что попала сюда, что мне выпал такой шанс, и я понимаю, что это мечта моя реализовалась. Мечта не то, чтобы тупо попасть на Дом-2, а мечта того, что формат шоу изменится, и он реально изменился. Это реально клевые ребята, реально с такими же понятиями, с такими же целями, с таким же видением на ситуации, все с таким же видением на ситуации, все очень грамотные. Блин, я реально рада. Так внимание, чтоб все было на виду. Ты устроила цунами, я порядок наведу.